Я слышал ее в исполнении двух бомжей, шедших вдоль железнодорожного состава на станции ЧОП. На станции ЧОП. Да, помните, что это такое? То есть это железнодорожная станция, такая, по-моему, самая западная станция в Советском Союзе. Через нее отправлялись поезда на запад. Правда, уже мы, по-моему, мы уже летели самолетами. Ну, поехали. Никому, ни чьим слезам не верьте, ни чьим словам не верьте, ни славе, ни хуре, один тот же лик у жизни, у смерти, в любые времена и на другой земле, в любые времена и на другой земле есть только высший суд и только личный опыт. Окруженные стопы, морщины на челе, надежд или молитв, срывающийся шепот, любые времена и на любой земле, любые времена и на любой земле. От перемен мест меняются пейзажи, занятия и даже закуска на столе. Близкие мои, любимы мной все так же, в любые времена и на любой земле, в любые времена и на любой земле. Что в Суботке Москвы, что в Устье Тель-Авива, судьба неторопливо качает на крыле. Можно жить и можно быть счастливым в любые времена и на любой земле, в любые времена.